Это не моя кошка. Привет, зритель. Это соседская кошка. Ну охренеть, что она туда забралась. Вчера какой-то кот тут шарахался. Я думал, он мою... Да, я со штативом, но я сейчас на руке. Поэтому она дрожит. Я думал, он мою кошку тут гонял и вопил. А кошка оказалась в доме. Я ее утром выпустила. В 7 утра. А в 9 просыпаюсь, слышу мяк-мяк. Дверь открываю, там кошка. Думаю, блин, крыльцо закрыто. Прошла, глянула. Где она залезла, хрен ее знает. Пришла, пожрала кошки, свалила. В туалет она ходила. Не ходила еще, короче, в доме. Где-то на улице шастает. На улице она, видимо, поняла, в деревне, точнее, поняла, в деревне она поняла, что можно ходить на улицу в туалет. Кошка, ты туда как залезла? Всю ночь, что ли, там сидела, чудо? Кошка? Как слезать-то будешь? Вообще первый раз вижу, чтобы их кошки местные. Вообще местные кошки и соседская тоже. На деревья лазали. Не, ну я видела как-то, что они на ветлу падали, но тут повыше как-то. Ну, по-моему, это и лазало. Кот хочет, сами знаете чего, она, видимо, нет. Я сейчас по воду пойду на колодец. Намочок у нас. Вчера дождик был несколько раз за день. А он... Намок! А, я спать хочу, я уже, скажем так, блин, наверное... Шестую ночь нормально, не высыпаюсь. Сегодня, я думала, придет соседка в 9, как вчера. Она что-то еще не пришла. Знала бы, я бы еще поспала. Потому что вчера я читала что-то внезапно на 2 часов, а в 9 вставать. Ну, не в 9, конечно, полдевятого. А сегодня я читала до часу. В час чем-то легла. 8 чем-то вставать. Прохладное какое-то лето, под конец лета. Где обещанное тепло весь август? Теперь там сидела кошка. Я хотела дойти до соседки. Увидела ее, пошла за камерой, но кошка уже спустилась. По ходу дела в этот раз та кошка загнала мою кошку. Хрен знает, потому что они тут орали, шипели. И я пришла, увидела только эту дурацкую кошку в предыдущем начале кусочка видео. Соседскую кошку. И по шипению определила мою. Ну, думаю, моя бы вряд ли эту дуру загнала бы сюда. Значит, эта дура что-то не поделила с моей кошкой. То бишь, ее загнала сюда. Дура Индия. Алиська. Алиська. На своей территории пугают, да? Новые какие. Одиннадцать утра у нас уже. Я выставила запчасти с медогонкой на сушку. На просушку, скорее всего. На сушку попозже буду выставлять. Там дно как-то провалилось у этих птичек. Или это... Ну, оно же древнее, в принципе-то. Спать хочется. Эге-ге, зритель. На этой яблоне внезапно вкусные яблоки. Не супер сладкие, не кислые, не пресные. Ну, короче, чуть-чуть сладкие. Мне почему-то напомнило арбуз помесь с грушей. Фу, с этой, с дыней. И, может быть, даже и с грушей. Но самое интересное, я тут кое-что видела. Может быть, я, конечно, его снимала раньше. Но не помню, монтировала я это видео уже с прошлого и позапрошлого года или нет. Но... Я сниму тесть, если что, еще раз. Гнездо. Тут есть гнездо. В нем уже вроде как никто не живет, судя по всему. Тут на земле довольно приличное количество яблок. И свежеупавших, и не очень, и таких древненьких. Вот с этой стороны. Это оно лучше видно. Гнездышко. Вот такие дела. Я нашла одну старую червевую сыроежку. Первый гриб в этом году. Из меня, конечно, хреновый грибник, но это то место, где мне уже попалось несколько машин домой в этот приезд.
Ну, наша соседка, я думаю, может, конечно, она здесь не бегала, но она уже дважды за мой приезд с кучей грибов и червивых, и не очень. Смотри-ка, яблоко от яблони взлетело аж сюда.